руки у нас собираются вместе. После этого мы двигаем на левую. Пам, правая нога у нас согнута, уходит назад. Руки раскрываются также назад. И голова наклоняется в левую сторону. Еще раз, как это движение должно быть. 7, 8, раз. После этого мы выставляем правую ногу обратно. И руки снова собираются перед собой. И затем у нас левая нога выходит вперед. Руки раскрываются просто в нижней диагонали, и у нас идет точка, то есть мы даем фокус немного назад. Пам. После этого мы левую ногу задвигаем за правую, и руки из этого положения собираются. У нас правая рука будет согнута, обе согнуты, и у нас образуется такой квадратик, и также голова наклоняется в правую сторону. После этого мы делаем, отставляем левую ногу, левая рука просто выбрасывается, правая тянется в левую сторону, и затем мы вытягиваем себя, сгибаем левую ногу и переносим на нее вес. После этого у нас будет правая нога подтягиваться к левой, и руки идут через низ, наверх, и у одного из мальчиков центрового руки будут идти по себе, у других будут руки примерно в районе бедер. Еще раз движение. Мы себя вытянули, руки раскрыли, нога вытянулась, пам-пам. После этого у нас будут идти шаги. Мы наступили на правую ногу, сделали точку колена, то есть развернули его в правую сторону. Затем поставили левую ногу и также развернули его. Вместе с этим нужно работать корпус, то есть мы подтянулись. Затем у ребят руки или на базе, или в районе бедер. После этого мы поставили ногу, сделали точку корпуса и то же самое в левую сторону. После этого мы ставим правую ногу левой, и рука у нас левая будет или за собой, или в диагонали находиться. Мы подставляем ногу, и рука правая идет сразу к левому плечу, к правому, и выбрасывается наверх. После этого у нас будет идти три шажочка назад. Раз, два, три. И на третий шаг мы распределимся в прием. И вместе с этим у нас работает левая рука. Правая у нас идет также на пах. Левая у нас уходит назад, и корпус немного отклоняет в правую сторону. И смотрим также назад. После этого мы ноги собираем. Правая рука у нас идет согнута наверх. У одного из мудров она кладется прямо на голову. В основном у них рука на определенном расстоянии от головы, но она согнута, кисть раскрыта. Мы были здесь, ушли, подтянулись. И вот здесь у нас работает правая рука, она дает небольшую точку вниз, и работает пах. Мы делаем пах, точку. И после этого у нас рука уходит обратно, и вот такое положение, то есть она согнутая, и предплечье смотрит наверх. Затем мы делаем также точку, но теперь в другую сторону, и у нас работает правая нога. Мы ставим ее на носок, и пяткой бьем в правую сторону. Пам. После этого у нас левая нога будет подниматься в левую сторону, то есть она у нас будет делать кружочек, она поднялась, согнутая в колени и пошла на центр. Но затем у нее отправляет ее в левую сторону. Руки. Рука была здесь. Руки будут идти сверху и раскрываться вниз, вместе с ногой. Мы сделали пам и та-да-да-да-та. После этого движения у нас левая нога расставляется в сторону, и мы делаем примерно те же шаги, что были до этого, но теперь нога отставляется не в диагональ, а больше на месте остается. Мы отставили ногу, у нас левая рука в стороне в диагонали, правая идет к лицу, мы делаем точку, пам. Затем мы меняем сторону, то есть мы наступаем на правую ногу, руки у нас идут в груди, мы делаем па-бам, открылись-закрылись. Затем левая рука у нас идет над правой, и после этого они, ребята, через правый рот, то есть правая будет проходить снизу левая сверху, пам, закрываются в другое положение. То есть теперь оказывается у нас правая рука сверху. И вместе с этим мы поднимаем левую ногу. То есть мы сделали пам, пам, подняли ногу, и здесь мы делаем точку, пам, корпусом. Сделали точку, и затем у нас идет слайд на вторую часть. Соединим первую часть вместе с начала. 7, 8, раз, и 2, 3, и 4, 5. 6, 7, 8, раз, и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и раз, 2. После этого мы сделали слайд в сторону или назад,
И у нас идет движение на рано. Примерно у нас оно идет бегущее. То есть мы сперва спрыгиваем на левую ногу, правая подгибается. И руки идут также в бегущем положении. Раз, два поменяли. На третий счет у нас левая нога отставляется в сторону, вес в большей части остается на правой. Правая рука идет к голове примерно, но не слишком близко. Мы делаем бам, точку отвернулись. Затем мы меняем ноги. Левая подставляется обратно, но правая уходит в сторону. Но теперь вес у нас больше от определенного центра. Правая рука была здесь, левая все еще находится сзади. Она идет к левому плечу, к правому плечу и указывает пальцем на ногу, ну, примерно в пол диагонали. И мы смотрим на руку. И после этого у нас работает правая нога, она работает пятка, носок, подставили. Ну, по сути, там идет пятка, носок, пятка, но ребята успевают подставить ногу. Мы опустили голову, и когда мы двигаем ногой, у нас голова поднимается на зрение. После этого у нас идет также нога, но теперь мы будем идти на правую ногу, и она будет идти у нас не вперед, а больше диагонали. Пам, напрыгнули. Затем, после этого мы напрыгиваем на левую ногу, но рука правая у нас идет наверх, и мы опускаем себя вниз. То есть руки у нас примерно вот в таком положении. Мы руку подняли, опустились вместе с корпусом, и голова смотрит также в пол. Затем медленно встали. И после этого у нас будут небольшие припадания. Пам, пам. И у ребят добавляется волна. Руки в этот момент будут на базе. Раз, два. Затем у нас идет опять же слайд-переход. Сделаем слайд и опять же рана. Те же самые движения. Раз, два, три. Но теперь, когда мы оставляем ногу, у нас отставляется правая нога. И правая рука идет также к левому плечу. Но мы ведем ее плавно в сторону. Вместе с этим отворачиваем голову. Па-бам. Затем мы подставляем правую ногу и левую ногу немного вперед. Руки. Мы руку правую убили, они в крест раскрыли в диагонали. Па-бам. Раз, два. После этого у нас работают в основном только руки. Мы сделали раз, два. Голова опускается. Затем мы ее поднимаем и после этого у нас идут движения руками. К левому бедру подняли правую плечо. Правому бедру подняли левому плечу. После этого движение руками у нас рука правая сбрасывается, и она делает пам точку. И то же самое в другую сторону пам. Ноги. Мы были здесь, у нас левая немного подставляется к правой, и мы наступаем на правую и делаем вот эту точку рукой. Стояли здесь, делаем и пам. И то же самое на левую сторону. И пам. После того, как мы сделали точку в левую сторону, мы спрыгиваем немного на ноги, то есть мы присаживаемся, чтобы подняться. Еще раз смотрели здесь, сделали пам, и в этот момент у нас будет рукой вперед. Правая будет смотреть тыльной стороной ладонью, левая лицевой. Мы сделали пам, подтянули руки, разворачиваем, левая будет сверху, правая снизу. И после этого у нас руки опять же разворачиваются, левая уходит вниз, правая наверх, и ребята смотрят на руку. Соединяемся в вторую часть, подсчет. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Соединяем все эту связочку по счету. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, переход, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Соединяющую связку по скорости 80%.